Что касается санкций деятелей нашего шоу-бизнеса, представителей нашего шоу-бизнеса, Валерия Иосифа Кобзона, Иосифа Пригожина и, по-моему, Газманова, то, наверное, с точки зрения тех, кто разработал эти санкции, они имеют основание, и мы вынуждены принять эту позицию, потому что хозяин барин. И, конечно, когда ты публичный человек, ты должен, и особенно когда ты активно разъясняешь свою позицию гражданскую, то ты должен ожидать, что тебя за это поставят в угол. И как бы это своего рода даже может быть показатель важности этой персоны, показатель того, что их гражданская позиция щелкнула, сработала. А то, что касается рядовых людей, то без сомнения, наверное, им нечего опасаться, потому что это не будет эффект иметь такой сенсации. Но в то же время надо опасаться провокации, надо быть очень осторожными за границей, потому что любой человек может быть невольным участником сценария или драмы, разработанной извне.